Жители Новошахтинска весело и задорно проводили зиму и встретили весну. Судя по морозной погоде, зима не желает отступать, но разве россиян можно испугать холодом? Традиционно масленичная неделя завершается народными гуляниями с песнями и танцами. Около библиотеки имени Горького силами отдела культуры организован праздничный концерт, в котором приняли участие сотрудники городского дома культуры, клуба поселка Соколово-Кундрючинский и учащиеся детской школы искусств. С приходом Масленицы многие ожидают изменений, причем не только в погоде. Всем хочется тепла и света, радости и благополучия. Сам себя ты погубил, милый ягодиночка.